Продолжим выпуск. Заслуженная награда нашла своих обладателей. Дворец культуры машиностроителей вновь распахнул свои двери перед ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тружениками тыла и представителями общественных организаций. В первый день весны в нашем городе состоялась церемония награждения военных в честь столетия Вооруженных сил Российской Федерации. На ваших глазах творится история. Эти вот товарищи, ветераны Великой Отечественной войны, к сожалению, их осталось очень немного, и у меня убедительная просьба к вам, молодые люди. Одно слово скажу, успевайте общаться. Обратившись с напутствием напрямую к учащимся школ города Кунгура, председатель Совета ветеранов обратил внимание на значимость общения с живыми носителями истории. Ветеранов становится меньше год от года, подчеркивают собравшиеся. Сосредоточение внимания на активной работе с молодежью на сегодняшний день главный приоритет. Тем, кто отдал долг Родине, защищая нашу страну, сегодня вручает юбилейные медали глава города Кунгура Сергей Гордеев и военный комиссар Алексей Пономарев. Медаль «100 лет вооруженным силам России» вручается капитану 2-го ранга запаса, ветерану Краснознаменного Северного флота Владимиру Петровичу Леонтьеву. Герои нашего времени – люди, отдавшие себя служению Родине и посвятившие себя работе с молодым поколением в военно-патриотическом направлении, также удостоены награды. Один из них – ветеран афганского вооруженного конфликта Алмаз Усманов. Еще во время несения службы в Республике Афганистан Алмаз Данилович награжден медалями за безупречную службу 3 степеней. В настоящее время старший прапорщик запаса ведет активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию кунгурской молодежи в школах и средних учебных заведений нашего города. Алмаз Данилович – участник афганской кампании. За участие в боевых действиях Алмаз Данилович имеет правительственные награды за безупречную службу 1, 2 и 3 степени, за боевые заслуги, за отвагу и мужество, заслуги ВВС. Сегодня он ведет активную работу по воспитанию молодежи, проводит уроки мужества в школах города. Тематические концертные номера, посвященные военной тематике, и творческие выступления благотворно повлияли на организованное мероприятие, а переполненные чувством патриотизма песни заставили пребывать зрителей в полном восторге. Организаторы концерта, культработники отмечают, чувство патриотизма немаловажно не только для героев сражений, но и для современного поколения. Ведь только патриот, любящий свою родину, может совершать подвиги, навеки входящие в историю.